Как вы живете-то без меня? Скучали? Ловались. Не слышно ничего. Как ты, что? Вдруг ты там заболел или помер? Взяли бы и написали. Ты еще не помер или только заболел? Ну что, как в целом? Тебе правда интересно? Ты же мне не чужой человек. Вот, хотим с Максом ребенка родить. А я в курсе. Только я тебя умоляю, пожалуйста, никому. Макс, нахрен ты ему все рассказал? Я поделился ни с кем попало, а вот с Пашей, про которого я знал, что он не трепло. Так что теперь с детьми-то? Перебираем варианты, которых, собственно, еще один. Донорская сперма. У вас есть проблема? Но у вас же есть прекрасное решение. Павел. Идеальный донор. Почему ты мне тогда не сказала? Что именно? Что любишь? Что бы это изменило? Не то, чтобы я чувствовал особую вину перед тобой. Ребенок от Паши будет во всех отношениях лучше меня. Я хочу чувствовать себя женщиной. Про ваши дела он и так уже знает. Пусть осеменит и все. Потом устраняйте.